«Бизнес-афиша» – это программа для деловых людей, ценящих каждую минуту своего времени. Мы расскажем вам о предстоящих событиях, чтобы вы могли планировать важные дела. «23 марта в Центре обслуживания предпринимателей при фонде «Дому» пройдет мастер-класс на тему «Как раскрутить бизнес». На встрече будут рассмотрены вопросы «Как рекламировать?», «Как сделать так, чтобы клиенты выбирали вас, а не конкурентов?» и «Как заставить клиентов делать повторные покупки?». Этот мастер-класс может заинтересовать представителей малого бизнеса, владельцев автомоек, кафе, ресторанов, салонов красоты, обучающих центров, детских садов и мини-производств. С 20 по 22 марта в Москве пройдет 4-й международный форум «Выставка высоких технологий». Главная цель мероприятия – демонстрация наукоемкой продукции и технологий, расширение деловых контактов в сфере технологического и промышленного взаимодействия. Формат форума включает выставку-презентацию поставщиков оборудования и услуг, конференцию, секционные заседания, круглые столы. Основные тематические направления – новые производственные технологии, инновации в медицине и системы безопасности. С 17 марта в Карагандинском государственном университете имени Букетова состоится международная научно-практическая конференция «Идея зеленого развития как один из главных приоритетов стратегии развития Казахстана». Конференция приурочена к проведению в Астане Экспо-2017. Участники обсудят вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, менеджмента энергобезопасности, а также необходимость глобального перехода к зеленой экономике. Это был анонс событий, которые вы можете запланировать на март 2017 года. Телеканал «Хабар-24» желает вам удачи в делах.